О, собрал! Всем привет, дорогие друзья! С вами Рикард, и сегодня мы продолжаем играть в Майнкрафт. У нас уже 30-я часть выживания, и сегодня мы отправляемся не в пустыню, как я обещал ранее, а сначала в снежный биом, в тундру, а потом уже обратно в ад. Потому что я так хочу быстрее разобраться со стержнями Ефрита и черепами иссушителя. Капец просто. Кстати, почему я здесь уже находился? Потому что я сначала уже начал снимать, а потом понял то, что я забыл включить микрофон. Точнее, ну, в общем, я записал 3 минуты без звука. Ну, за это время я всего лишь перебрал инвентарь и перебежал за стену. Вот и все. Сейчас мы направляемся с вами в тундру. Аккуратненько, вот так вот. Идем. Она находится у нас вон там. И мы довольно поздно вышли, я вам скажу. Вот лошадей, зачем мы их приручали? Кстати, нам будет еще. Все равно не используем их. Ну, потому что леса не очень удобно. Ну, сейчас потом как-нибудь повырубаем, где нам будет мешаться. И оставим только у себя. Так, я точно туда иду. Ах ты гад. Умри. О, выполнить лук. О, где-то еще. Кстати, как вы могли заметить, я разобрался наконец-то с командой этой. То есть я в прошлой серии вас спрашивал, есть ли какая-нибудь команда, которая может показывать прочность у предметов. Кстати, опять скелет тут выделывается. Что за дерьмо? Не понял. Вот это лагануло, да, видели? В общем, команда, которая показывает, да? И я нашел, только это не команда, это надо нажимать F3 плюс H английское. Все. И у тебя сразу же автоматически все включается. Прекрасно. Мы с вами сломали, оказывается, только 4 пятых меча. Смотрите. А кажется, намного больше. Странно, да? И где у нас тундра? Я что-то понять не могу. Где? Все-таки в той стороне, что ли? Ну нет, вроде здесь была где-то. Или я куда-то все равно не туда. Что-то я понять не могу. Похоже, там все-таки. Странно. Я просто с самого начала как раз туда шел, а потом передумал, пошел сюда. И все равно у нас закат, поэтому придется идти. Кстати, тут крипер взорвался. Что? Когда успел? Не при мне это было, это точно. Вот так. Пойдемте поспим тогда уж. Здесь. И пойдем дальше. Значит, там. Странно, очень-очень странно. Вот так вот. Сегодня у меня 1 сентября, не знаю, когда я выкладываю этот видос. Может, в конце месяца, может, в середине. Ну, надеюсь, в сентябре вообще. Но у меня сейчас 1 сентября. Я только что пришел домой и наконец-то купил себе новый телефон. Ну, конечно, не сам, я же вам сказал, что мне родаки его купят. Но наконец-то у меня новый телефон. И это офигенно. Классно. Ура! Кстати, еда, 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 еда. Что ж мы ее не взяли-то? Что-то как-то я не собрана, потому что опять не играл около 5 дней в этом мире. Так что прощается. Бежим. Блин, они там еще снесли яйца. Где жратва? Ой, сколько у меня гнилой плоти, вау. Это мы оставим, все равно, может, еще кого-нибудь убью, кроме лука. Лук еще. Лук мы уберем вот сюда. Еда нормальная. Что бы нам взять? Давайте возьмем вот это. Все, погнали. Уходим. Яйца, яйца, яйца. Ладно, давайте их выбросим.
Смотри, сколько куриц. Я их не размножаю, их опять дофига. Причем у нас тут цыпленок даже есть один. Его вроде в прошлой серии вылупил. Сейчас смотрите, нам яйца сейчас стали чаще давать этих цыплят. Радует. Но все равно я сейчас животными не занимаюсь, так как у нас еды полно. Я им потом загон побольше сделаю. Возможно, в серии, которая выйдет, наверное... Ну, нет, не буду заранее загадывать. Сейчас у меня планов таких обширных нету, так как я не знаю, что да как у меня будет. Потому что у меня несколько сразу же идей. И вот смотрите, где... Я честно понять не могу. Вот она, тайга. Тайга, а дальше тундра идет. На болотку взять, так быстрее было бы. Но да ладно, мне неохота так-то было на ней плавать. Смотрите, овечка, ножницы есть. Но я тебя трогать не буду. И неохота, кстати, нифига ножницы уже. Ну сколько? Ну, даже не до половины сломал, так что ладно. Хотел сам себе предъявить. Ага, смотрите, тут сколько всех вообще животных. Нормально, надо будет как-нибудь у вас всех тоже перебить. Кстати, смотрите, что-то я не голодаю, а у меня сложная вообще еда заблокированная. Помните, в прошлой серии она была не заблокированная? Что за баг был? Я даже отключал, помню, мобов или нет? Вроде отключал. Или нет? Ладно, не буду говорить. Тут тоже черепашки. И вот там вот у нас тундра. Это вон там. Бежим. В принципе, можно было лучше голема сделать. Снежного. Он бы нам больше снега дал, но... Пофиг, в общем. Раз уже здесь. В принципе, можно иглу поискать, но нет. Я не хочу эту серию посвящать полностью какой-то жалкой тундре, которая лагает, когда прогружается. Ну что это такое? Ой, лава. Ну, кстати, смотрите, тут растаял лед или что? Что за фигня? Это что, песок там? Собираем. Вот так. Здесь я, видите, уже собирал то немножко. Видите, снега нету. Вот так. Одна штучка, один снежок, что ли, дает? Давайте вот это все уберем пока. И посмотрим, сколько снега мы заполним. Я хочу забить весь оставшийся инвентарь. Нет, оставим немножко все равно на дроп, который нам выпадает. Вот так, вот так, вот так. Вы, наверное, слышите мышку, но простите. Я просто, видите, вот этого боюсь. Я сейчас вот зажал. Скелет. Пожалуйста, только не зигамор или как вот там. Я не помню, вроде зигамор он называется. Новый-то скелет. Ну, хотя какой новый? Ну, в 1.11 что ли добавили? Не знаю, не помню. Плохо следил за этим. Сейчас забьем еще два слота и все, и хватит, пожалуй. Вот этот последний. Думаю, нам снежков хватит. Надолго. А, ладно, давайте еще этот забьем. Но последний нет, оставим. И вот этот. Все. Можно идти обратно. Ну, я слышу скелета, но его чуть не видно. Может, какой-то шахте, например, где-то шахта была. Нет. Не знаю. Все, теперь идем в ад. Наконец. Обратно в ад. Оу, да. Кстати, нет, не кстати, ничего, ничего, ничего. Ничего интересного. Это что такое? Это что такое? Это корабль! Вы что, серьезно? Вау! Нифига себе! Довольно неожиданно, прям полностью так на суше еще. Вау! Офигеть. Хм. Интересно, девки пляшут.
Чёрт. Окей. Я, в общем, запомнил это место. Вернемся в следующей серии точно сюда. Точно. Вот это я вам обещаю. Главное не забыть про него. Просто и все. Но довольно близко было тут. Оказывается, все это время. Вот здесь я, кстати, деревья вырубал тогда. Ну все. Будем знать. В следующей серии сюда вернемся. Там, скорее всего, будет карта даже. Так что опять отправимся на поиски сокровищ. Если только карта не та же самая будет. Вот. Просто, ну, у меня реально пока места нету. Обратно сейчас идти я не собираюсь туда, так как моей целью был ад. И, кстати, с вами мы уже минут 15, наверное, нет? Или 10? Ну, 10 минут точно прошло. Ох. Я потому что не засекал, как бы, точно. Я, конечно, могу сейчас посмотреть, но мне из-за этого придется паузу ставить. Не понял, это что у меня там за проход? Ну, проход, черт возьми! Это я ж когда заходил. Вот я тупанул. Вот так. Вот так. Все. Отличненько. Сейчас сортнем инвентарь. Это что? За фигня. Так. Вот так. Нет, слушайте, давайте кирочку поставим. Лук не будем. Топорик. Здесь пускай будет мусор, но землю мы уберем. А, еще вот это. Палочки. Давайте их тоже пока уберем. Кстати, они у меня вроде здесь лежат. Нет? Нет, нету. Все остальное оставим. Да, пожалуй. Пускай будет. Кроме... Нет, еще песок уберем. А, кстати, у меня здесь не было, поэтому вот сюда его положим. Все, кажется, мы к аду готовы. Ну, давайте же отправляться. Точнее, это не ад, это же Нижний мир. Вот так правильно его называть. Ты меня так напугал. Вообще, вот вы бы знали, я так сейчас немножечко очканул. Я хотел по нему долбануть даже. Я думаю, что за фигня? Фух, я испугался, а? Вот так вот. Вот у нас ад, и... Слушайте, мне так сейчас не надо... Надо немножко, как раз ад немножко прогрузится. Сейчас пауза, ребят. Мы продолжаем. Наконец-таки зашел. Так, короче говоря, сейчас я продолжаю видос уже 4 числа, а не 1, да? Я вроде 1 уже снимал. Ой, я уже все забыл. Короче говоря, я поставил Faintful ресурс пак. Мне кажется, он гораздо лучше выглядит. Ну что же, давайте пойдем уже за ифритами. Тут где-то гаст, кстати, которого мы вроде видели. Да-да-да, мы его видели, но... Кстати, сбили. Вроде сбили. Я не помню. Так, и кстати, мне солнце отсвечивает. Вот в чем проблема. Ха-ха-ха. И сейчас мышка еще отказала. Ну... Ой. Извините за эти звуки, кошмар какой. Куда идти надо? Вот сюда. Погнали. Ну, вроде более-менее, но мне неудобно, мне приходится приближаться к экрану очень близко и сутулиться. Это очень печально. Ну, что же делать? Занавесок нету пока, потому что ремонт еще не доделали до конца. Ну, почти, в принципе, только вот занавески-то и остались. Ну, конечно, мебель там... Мебель, вот. Короче, мы не брали новую. Но потолок, считай, пол и обои, все новое. Классно. Хотя бы сейчас комнату... Понимаете, в моей комнате не делали ремонт с тех пор, как я родился. То бишь уже 15 лет. Кстати, сейчас 1 числа я записывал 1 сентября. Да, то есть в день знаний. То есть я вроде, когда я записал-то, пришел со школы мои... Мои, куда мои-то ушли? Что я один-то был дома. Что-то я не помню. Первого я вообще купил... Да, точно, я вспомнил. Мы, получается, после линейки пошли
купили мне телефон, а потом я пошел один домой, а родаки мои с сестрой гуляли, кстати, куда-то не туда завернул, кажется. А мои родаки с сестрой гуляли на другую сторону. Вот. А я пришел домой и начал снимать для вас видос. Вот. 1 сентября получается. А сейчас уже 4, я вот продолжаю этот же видос. Ну, в общем, у меня часто такое бывает. И, кстати, завтра у меня день рождения. Классно. Ну, как-то мне пофигу. Все равно не праздную. И чё, куда я туда иду? Крепость-то вон вроде видно. Нет, не видно, я гоню. Вру. Как мне сильно отсвечивает, а? Вблизи-то, конечно, все рассматривается. А вот вдалеке вообще нифига не видно. Давайте я немножко потушу тут. А то и вообще лагаю. Тут вы видите, да, я бегу, да, и подлагиваю. Я-то уже привык к этому, но вот вам, наверное, вообще неприятно это смотреть, особенно после каких-нибудь других ютуберов, у которых офигенные компы. Но, надеюсь, когда-нибудь к такому приду, мне бы хотя бы оперативку на 8, и все, и у меня майн будет летать, другие игры-то мне только не нужны. Слушайте, здесь еще хуже. Ой, слушайте, дайте-ка я паузу поставлю, попробую как-нибудь этот цвет и уйти. Хм, ну что ж, я отсел так, что у меня не отсвечивает, но мне пришлось убрать телефон от зарядки. Хорошо, что я в последнее время батарею не вытаскиваю из него. Оп, стоп. Кстати, я не сюда пошел. И, кстати, почему-то я все равно темно как-то. Фигня какая-то. Ладно, давайте спустимся все-таки. Вот сюда и, кажется, сюда. Да-да, вот здесь. Куда-то берем в руки. Так, тихо. Еда. Кушаем. А, мышка! Мышка, ты не меня подводишь! Гадина! Сейчас он спустится. О, черт, черт, черт. Извините, я не хочу кричать, я сосредоточен. Да как ты меня попадаешь-то? Вот смотрите, а! А, вот ты в меня попадаешь. Да, да. Пошел нафиг, я пойду тех тогда гасить. Видите, они летают тут над пропастью. Давай, умри. Сваливаем. Иди сюда. Да блин, они летают над пропастью, а мне нужно стержни это собирать. Я что, так просто что ли пришел? Опыт нафармить, ага. С этими мобами нафармишь, блин, опыта. А! Он меня чуть в лаву не скинул. Я бы такой тут устроил, если бы он меня скинул. Это кошмар. Наверное, летсплей бы на этом закончился. Слушайте, они меня достали. Это как-то бесполезно. Или, кстати, мало. Давайте попробуем. Опять верхних. Угу, попробовали. Как мне их грохнуть-то? Смотрите, это закрыто, да. Я не понимаю, как мне сделать так, чтобы эти-то не исчезали.
Видите, они летают тут над пропастью этой дурацкой. Ну иди сюда. Вот чё вот он летает? Вот вы мне скажите, как мне их убить-то тогда? О, собрал! Отлично, одна палочка есть. Чувствую, будет сложно. О, 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 вон туда побежали. Побежали туда. Побежали, побежали. Сколько вас? Умри. Сейчас он вылезет. Да ты что, блин, а? Куда ты взлетаешь? А ты умри. О, еще палочки. Зачем им полета добавили? Черт, а убил 4 ифритов, 2 палочки. Ну, не самый худший вариант. Давайте вот так вот сделаем, чтобы мы хотя бы как-то могли прятаться. Лучше вообще вот так. Хотя будет сложно. Но пойдет. И у нас, смотрите, одна свинина. Умри, умрите. Мне банально придется вернуться обратно, чтобы взять еды. Сейчас отрегенюсь и пойду к ним. Я их сильно покоцал. А, так я в руках железный меч держал все это время-то. А алмазный, блин, вот облом. А, отлично, все. Хавать-то мы больше не можем. Отлично, 6 ифритов, 3 палки. Ну, шанс 50%, значит, где-то. А! Сейчас перестану гореть, надеюсь. И сейчас как-то надо пробежать туда. Бежим! Давай, 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 давай! О, да. Ну, еду, конечно, здесь можно достать в аду, но очень жесткой ценой надо убивать свину-зомби. Этого я делать не буду. Фух, еле-еле. Ну, отлично. Мне нужна всего лишь одна палочка. А остальные на порошок, то бишь у нас 4 штуки. Классно, мы можем сделать 4 ока, но на самом деле 2, у нас вроде 2 жемчуга-то. Фух, не самый худший вариант. Ложка вроде с двумя даже находил край, так что... Да-да-да, я смотрю ложку, я уже какой летсплей, это говорю вам. Ой! Пошел нафиг. Пошел нафиг. Че сложно в тебя попасть? Уйди. Уйди, я при смерти, придурок.
О! Отлично. Чё выпало? Слеза газа есть? Кажется, да ни хрена нету. Или вот в эту, в этот огонь упало. Хотя я не знаю. Ого, убираем. Кажется, ничего. Кроме вот этих блоков, которые я, кстати, лучше заберу. Нет, вроде ничего больше с него не упало, что довольно печально. Я рассчитывал на слезу Гаста. Ну, не все мечты сбываются, что ж сказать. Погнали отсюда. То есть, надо аккуратно бежать, чтобы не разбиться нигде. Где-нибудь. Ну и нигде как бы. Ну, в общем, вы меня поняли, не надо разбиваться. Здесь вот так аккуратненько. Ладно, мы хоть пока бегать можем. А то скоро, смотрите, сытость у нас потратится конкретно. Уберись, огонь сраный. О, ну, потихонечку мы идем к крепостям. О, смотрите, там малыш. Свинозомби. Как мило. В общем, скоро крепость мы найдем. Но сейчас у нас наконец-то будет перерывчик в развитии. О, лавовый куб. Маленький причем. Я же говорил, что я его слышал и что не бывает. Ну, толку от этого нету. Чуть на магму не наступил, и я не могу бегать. Но, кстати, я уже почти добежал. Я уже совсем близко. Где-то тут я, кстати, магму ведь копал. Не помню точно где, но где-то здесь. Вот здесь. Здесь. Все, уходим. Да, снежки, конечно, тоже тема, но в основном мне помог именно меч. Ну, связано это с тем, что у меня получалось только вблизи их, как бы, ну, в общем, снежки не виноваты тем, что я ими мало пользовался. Сами эфриты виноваты, они, видите, летают над, прямо вот над пропастью и толку, и ну, убью его, я даже опыт не получу. Так что вот так. Ну, все. Сделали мы хотя бы какую-то задачу на эту серию. Хотя мы собирали несколько палочек Фрида. О! Вот так пальчики у меня хрустят. Все, выходим. Цена зомби до сих пор здесь. И смотрите, как с Фейнфулом выглядит мир. Вау, классный ресурс пак. Сколько вас у меня? 8, 10, да, 10. Вроде 10, да? Сейчас проверим. Да, 10. И, наконец-то, надо пожирать. Что я так себе еды-то пожалел? Угу. Вот так. Ну, довольно непривычно, кстати. Да, ребятки? Непривычно. Что ж нам делать? Я хочу сейчас стойку сделать, для варочную стойку. Так, смотрим, как она делается, кстати, воронка. Воронка так делается, ага. Как это называется? А, во! А, да-да, вот поиск. Вот, зелеварка она, точнее. Но она до сих пор по варочной стойке находится. А, я не могу найти рецепт, пока не найду все для него. Ага, 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 жж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 
Все равно могу. Что-то здесь нечисто. Вот кровать. Могу. Могу. Что такое? А? Угу. Тогда... А как мне открыть этот рецепт? Взять то, что для него нужно в верстак? А что надо, я не знаю. Давайте-ка я посмотрю в интернете, и потом уже закончим. Ну что же, крафт оказался очень даже простым. Я примерно предполагал такой исход, но почему тогда он у меня не высвечивается? Спрашивается, вроде все на месте. Ну давайте же сделаем. Та-дам! И почему? Крафт
Да. Доступно к созданию все рецепты. Ага. Все рецепты. Ага. Фигня какая-то. Не понял прикола. Давайте еще котел тогда сделаем. Где? А, тьфу, у меня же здесь все материалы. Сколько там? 7, кажется, надо. Если я правильно крафт сейчас себе представил в голове. Чёрт. Вот так. Угу. И вот так. Ага. Вот так, кажется. Да, все правильно. Не знаю, зачем я это все делаю, но пусть будет. И вот. Слушайте, некрасиво. Давайте полублок сделаем. Вот так. И вот так. Ага. Вот так. Та-да! И теперь нам нужно ведро воды. Да, есть такое, имеется. Хадыщ. Пойдемте воду заберем где-нибудь, чтобы была всегда здесь. Чтобы не приходилось вот так вот бегать. Угу, нет, пока ховать не будем. Ага, вот здесь, где я взял? Вот тут. Видите, два ока мы уже можем заделать с вами. Вот так. Отличненько. Надо охоту на эндерменов скоро начинать. Ага. Вот так лучше. Ага, давайте вещи перекинем. Ага, у нас как раз хватает еще в инвентаре места. Тут у нас булыжник был. Тут дерево. Ну что ж, наверное, потом мы займемся остатками эфритов. Еще понабиваем чуть-чуть. А пока мы с вами отдохнем. В следующей серии мы займемся опять же тем, чем я и вам и обещал. Кстати, у нас здесь косточки еще. И порох. И это. Вау. Ой, нет. Вот это мы берем сюда. Вот так. Угу. Классно. Теперь сортанем обратно все. Кстати, нам будет скоро искать алмазы. А, нет, у нас алмазы-то пока есть. Но вот это совсем чуть-чуть осталось. Вы посмотрите, алмазный шлем. Ему скоро кранты. Все. Будет печально, конечно. Когда он сломается, я очень огорчусь. Вот так. Красивенько делаем. Это сюда. А это обратно. И кажется, все. Да. Можно так оставить. Но я хочу наконец-таки ферму закончить. Так что давайте пока, кстати, посадим деревья. Вот, еще саженцы, это пока все возможные, которые мы встречали, да. Семена. Так, все кажется. Нам надо будет еще деревню найти. Но эти семена не будем трогать. Больше у нас нету никаких семян. Семен. Ха-ха-ха. Ну, вы поняли, да? Семен, как типа, ну, в смысле семена, ну, в смысле человек, да? Вы поняли, наверное, да? Кстати, здесь я смотрю, садил уже дерево. Но делаем, в общем, здесь садик такой. Точнее, не садик, а парк, наверное, правильнее сказать. Но из-за деревьев сейчас тут будет более тускло. Но да ладно. Просто расставим потом еще факелов. А пока можно и так. Вот сюда. И вот сюда. Так, отлично. О, арбузик растет. А тыквы что-то не хотят. Угу. Точнее, наоборот. Тыква растет, а арбузики не хотят. Ладно. Семена посадим в начале следующей серии лучше. И что-то я не понял. Почему у меня лошадь невидимая? Что?
Ну, давайте так и закончим. В общем, если вам понравилось это видео, то подпишитесь на канал, поставьте лайк, прокомментируйте, расскажите друзьям. Ну, а с вами был, как всегда, Рикард. Всем удачи, всем пока.